Так, я опять немножко закупилась, и давайте посмотрим, что же там такого. Там только из магазина Bath & Body Works на 60 с лишним долларов. Так, вот два больших пакета. Ну, как больших? Небольших, но заполненных. А, купила за доллар вот такой, типа освежителя воздуха, вот там. Такая суспензия, ну, я думаю, вы знаете все. А, так, там же еще купила в аптеке вот в Rite Aid пасты. Вот, такой, вот такие два набора, они просто разным, ну, с разным типа вкусом. А, каждый стоит 10 долларов плюс налог, соответственно, но по акции покупаешь одну, вторая за полцены. Еще за 15 долларов с лишним немножечко, вот 4 зубных пасты. В Эйси Мур зашла еще, взяла, докупила вот такие две деревянные игрушки на елку. Вот купила вот два вот таких набора открыток. Они по 20 штук идут и 20 конвертов. Это для отправки поздравлений с днем рождения для фонда «Старость в радость». И вот такой ежедневник. Ну, типа ежедневник, а просто, скорее всего, разлинован он там. Мне так понравился, довольно-таки миленький. За 5 долларов. И открытки тоже по 5 долларов каждая. Потом купила еще вот такие конфетки от Russell Stover. С разными вкусами. Тоже отправить хочу в посылку родственникам. Вот такие. Так, из одежды в Old Navy взяла себе вот такие джинсы за 30 баксов. А в магазине Express взяла в подарок вот такие носочки для мужчин. Одни вот с такими оленями и другие просто с каким-то нейтральным принтом за 11 баксов. Взяла еще две кофточки этой сестре. А, две пары носков вот таких зимних интересных, спицы с Санта-Клаусом. И вот такую футболочку, на которой написано, что Рождество стоило ему руки и ноги. По-моему, это из Шрека, да, что-то. Не смогла не зайти в Ульту. У них, в общем, сейчас акция идет 5 предметов за 5 долларов. То есть я взяла вот такие щипчики для бровей. По-моему, это марка Sephora же. Если их покупать отдельно, то они идут за 2,99 каждый продукт. Вот щипчики для бровей. Это пилочка для ногтей, тоже 2,99. И два крема для рук. Вот такой новогодний. И вот такой. Возможно, тоже отправлю в подарок, кстати. И взяла еще вот такую от Freeman. Это для воды бутылочка, и в ней лежат вот на цену как бы 15 долларов внутри товаров, но они там за 10, что ли, я взяла. Там пробники масочек вот таких, ну, довольно-таки больших, какие-то еще полоски. Сейчас распакуем. И вот такой карандаш от NYX. Я уж не помню, в зелененьком цвете таком. Не помню, за сколько. Вот это моя любимая сумка для покупок холщовая, то, что книга была лучше. Купила в книжном магазине, соответственно. Вот что же внутри этой баночки, она, в общем, так отвинчивается, крышечка у нее, это тоже удаляется спокойно. Надписи вот эти тоже можно убрать, надеюсь. И оставить ее просто для воды. Итак, и внутри у нее вот такая маска. Это, наверное, на голову бандаж какой-то. Ну, чтобы для масок делать, и волосы не падали. И две вот такие маски. И вот пакетик, который вышел мне в чуть больше, чем 60 долларов. Ой, посмотрим. Так, вообще я шла за вот этими тремя мистами. То есть я не знала, что именно буду брать их. Но на сегодня у нас скидка на все мисты была, в общем, они по 5 долларов. Такой взяла Forever Red. Очень приятный запах. Если есть возможность, понюхайте. И вот такой. Я их очень люблю. У меня их, наверное, штук 20. Я их всегда меняю, то есть летом другие. Так, что еще здесь есть? Я взяла две вот такие ленточки. Это я так оберну подарки. Вот здесь можно сделать красивый бантик. Вот взяла две. Две вполне достаточно. Я знаю, для кому и что буду делать. Так. Взяла еще вот такой, это уже в подарок тоже пойдет, гель для душа. Это мужская версия для мужчин, очень приятно пахнет, очень сильный запах. Это первый гель для душа и второй.
такой. Они за 13,50 каждый. Дальше взяла вот такие, это типа дезодорантов для тела, ну вообще для всего. Также очень-очень концентрированный, очень вкусно пахнут. Этот с бурбоном, этот с запахом океана, очень приятный, освежающий очень сильно прям. И вот такой полночь. Каждый также по 13,50, но у них по акции покупаешь 3, 2 в подарок. Но, тем не менее, получилось $60, чуть больше. Вот, и еще взяла 2 крема для рук, докупила, так скажем, такой вот белый жасмин и какой-то еще джингл белл, и ягодный просто. По $5 каждый, очень приятненькие, новогодние. Сейчас увидела, что это не какая-то промоушен-акция, они, в общем, стали на дно пакета класть вот такие таблички, предупреждающие, как пользоваться, что не нужно детям давать, оставлять свечи без присмотра. Интересно. И все пакетики выглядят вот так у них сейчас, к новогоднему сезону. Вот, и в дополнение к купонам, короче, еще 1 000 000 чеков. Можно, нужно даже все посмотреть. Какие-то иногда акции есть на конце чека. Вот, типа, какой-то купон. Я там покупала завитушки, короче, сладкие. На них тоже, если вы заполните... Вот. Если вы заполните здесь, типа, фидбэк у них на сайте, получите... бесплатно 1 прецел. И вот я уже воспользовалась им, и мне еще один дали чек, в общем, буду пользоваться, и действует 30 дней. В общем, один публик на халяву. Great.